Всем привет, вы на канале Мы из Эстонии. Хочу всех предупредить, кто любит перебегать через дорогу в неположенном месте. Между Кангеласты 9 и Ракверы 91 частенько стоит экипаж полиции. Они караулят тех, кто переходит дорогу в неположенном месте. Экипаж там стоит не зря, они ждут, пока кто-нибудь перейдет дорогу. Вот видите следы там, вот люди переходят здесь дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход там, а многие люди переходят вот здесь дорогу. И когда человек переходит здесь дорогу, идет по тропинке, вот по этой дороге, а потом сюда выходит и прямо к ихнему экипажу. Они выходят из машины, ну а полиция рада стараться. Приглашает к себе в машину и выписывает протоколы. Так что все любители перебегать дорогу в неположенном месте, будьте внимательны. Переходите всегда в положенном месте, по зебре. Так намного безопаснее и никогда не будет проблем с полицией. Всем удачи и пока.